Рост деловой активности в Китае замедляется. По итогам апреля, опубликованным Госстатом КНР, так называемый индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе достиг отметки 50,1%. Это на 0,1% меньше по сравнению с мартом. Замедлился рост индекса и в сфере услуг. В апреле он вышел на уровень 53,5 по сравнению с мартовским значением 53,8. Значения выше 50% указывают на расширение сектора, в то время как значение ниже 50% на его сокращение.